Марш украинских националистов в Ивано-Франковске, это областной центр на западе страны. По городу прошли несколько сотен сторонников так называемой повстанческой армии УПА. В России запрещена за экстремизм. Участники, кроме раритетного автомобиля, раздобыли где-то броневик, к которому прицепили пушку. В колонии были замечены руководители радикальной партии «Свобода». Ивано-Франковск с населением почти в четверть миллиона человек под ее контролем с минувшей осени, когда «Свободовец» стал мэром.